баре. Будем показывать, рассказывать все, что происходит. Такой дождяра лупил. А вот Наташа. Новый хачочек. И посмотри, опять уже солнце парит. Да, слава богу, солнце. Такой дождь лупил. Смотри, просто... какой лес вообще. И зелень вокруг. Ну, так что едем на сафари. Едем на сафари. Вы с нами. Спасибо. Ставьте лайки. Народ, наш еще один гид Питер. Смешной парень. Вы даже не представляете, где мы находитесь. Где мы находимся? Да, я пока не понимаю. Почему такая паника? Мы находимся на экваторе, на нулевом экваторе. В Наньюке. Это Наньюки. Дорога на Самбуру. И здесь находится экватор. Вот как раз на этой линии я сейчас стою. Вот он, экватор. Let's go this way. Окей, ладно, давай этот путь пройдем. Я хочу очень не выглядеть, но я не бачу. Так, ну что, чувство есть, мусор есть. Так, это я. Рука не make photo on the equator. Да, обязательно. Вот, смотрите. Вот оно. Yeah. Вот экватор, на Ньюке экватор Кении. East. West. А ну, no, показывай, где. No. Саут. Так, еще раз. Теперь. Запад, север, юг. Здорово. Все, вот смотрите, какой у нас такой дождь замечательный. Давай картиночку сделаем и пойдем дальше. Подожди, это солнце должно двигаться вот так вот, да? Ну, надеемся. Вот мы с вами, народ, и до экватора доехали. Так, сейчас нам будут показывать воду. Ага, а это очень интересно. Короче, знаешь, увидишь, как вода летает. He's going to show you. Okay. Yeah, see you later. Shop number 6. Okay. Yeah, our shop. Shop number 6. Join him. Ну и так. Так, что у нас? Что у нас за демонстрация будет? Смотрите, знаешь, нужно продемонстрировать какую-то воду. Что мы ждем? So you have to move about 20 meters both sides. 20 meters north, south. 20 метров. Just pour water in this bowl, then we let it drain through this hole. So at 20 meters south, you definitely take an hour. 20 метров юг, что-то будет. Против часовой стрелки, да? That is south. Ага, там юг. Мы с юга приехали, с Найроби. О, по часовой. А на севере 20 метров по часовой стрелке будет. Так, ага, ты все понял, я вообще ничего не услышала. Ага. Да ладно. А, оно остановится. Вот тут на экваторе должно вообще остановиться. На экваторе все движение остановится. И вода что? Вылится? И вылится. Coriolis effect. Что? Какой-то эффект. Coriolis force. Caused by the rotation of the earth. В общем, ты учил географию? Сейчас у нас будет что-то по Индиане Джонс. Физику географию. Покрутить туда, покрутить и обратно. Пойдем на это, на юг. Southern side. Пойдем на юг. Ну, идем. Он идет, наливает водичку. Теперь мы с этим... Обещал, что против часовой. С пацаном будем идти. Сейчас всю воду разольет. И смотреть, как работает вода на экваторе. Слушайте, ну... 20 метров, потому что 20 метров. Ну, похоже. Yes, there, yeah. We are by Exempi Station. Так, водичка проливается, ладно. Теперь мы положим красную штучку, и она плавает. Она пошла, видишь, против? Да. South. По направлению к югу против часовой стрелки. Ага, видишь, струя льется. Видно, нет? Да. Струя льется, видно. И такими спиральками. Да, спираль. Ага. Интересно. Это вот такое чудо происходит. А сейчас в другую сторону будет 20 метров, мы отойдем на север. Это вот такой же путь, как мы открываем экран и смываем в туалет. Все. So we go to north. Идем. Все, теперь идем. Все, ребята, идем на север.
Да, вспоминается анекдот со Штирлицем. Слоны идут на север. Можно как раз. Вот снова этот экватор. Симпатичнейший. Я думаю, что он просто все знает. Кстати, зря мы не одели шапки, мне уже так голову трохи печет. Да, тут так шумненько. Очень много людей. Тоже такие у них веселушки. Так, ну теперь north, давайте. North of the equator. Похоже так. Вот так вот. Сколько лану будет? Да, женщина. Тоже что-то хочет узнать. Так. Интересно, о чем они говорят. Ну ладно. Так, и... Так, а здесь какая-то прямая. Прямая струя льется. Straight, yay, straight. Обай straight. No, yes, that's the spirals. Вот теперь пошла спиралька. See the rotation? Ага. Yeah. И двигается в другую сторону. Значит, 20 метров в сторону Хельничи, от экватора уже вода закручивается по часовой стрельце. Вот Наташа тоже такие шортик снимает, интересно. Теперь, если уйдем очень далеко, то есть вода будет литься еще быстрее. Вот такие унитазы придумали, бачишь? Интересно. Точно. На линии остановится. Ну давай, давай, давай проверим. Хотя как-то он брал, по-моему, оно уже стояло. От экватора. Ох, народ, ну как, пишите, были ли вы на экваторе? Ну, сейчас вы с нами на экваторе. Но это интересно, вот. Вообще, ну, впечатление такое, что где-то находимся в другом мире. Такой себе Индиана Джонс реальный. Так, ну давай, вот, линия экватора. Зараз мы с вами стоим на линии экватора. Я из Нютро, на ротации. Ну-ка, давай посмотрим. Only the wind. Подождите, не летит. Пошла литься, но не двигаются палочки. А ну сейчас чекай. Yeah. Да, вода не двигается. No rotation. Да, и нету никакого rotation. Да, прикольно. Вообще палочки просто упали. Вода прямая, от ветра льется просто. На экваторе в Ну, четко вот сюда вот. Да, вынитаз. На экваторе не стоит. Прикольно. Вообще. Вот такое оно место на Ньюке, экватор. И уже находятся сзади всякие кафешечки, магазинчики и наша маршруточка, которой мы едем сейчас на новое сафари. Что за сертификат? Да и сколько это будет стоить нам этот сертификат? Сейчас стоит. Это экватор. Значит, налево, Наташа рассказывает своим. Ух ты, такой экватор. This is for your names. Uh-huh. The date of crossing the equator. Uh-huh. Then my signature David. Wow. Yeah. How much does it cost? $10. $10, no, thank you. Then the most question. 10 баксов на нее. You can donate whatever you want. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Да, мы дадим чаевые, но $10 за сертификат. А я хочу куда-то тебе за $5. Это фигня, конечно. Ну, короче, вот, значит, у так, ну. How many? One, two? Не-не, here we don't need certificate, thank you. It's expensive, it's $10. How much you want to pay? No, we don't to pay. How much? For certificate? Все, идем, жарко. Сколько? Да, идем, сейчас я ему давай какую-то денег. Да, короче, не купили мы сертификат, я ему дала доллар за вот это, $10. Сколько вы хотите заплатить, блин, не сколько, чувак, это бумажка. А ты заметила, просто, до речи, вони завжди питають, а скільки ви хочете именно заплатить? Да, сколько вы хотите, сколько, бесплатно мы хотим. Вот Толь, сейчас зайдем в туалет и все. Вот, друзья мои, продолжаем с вами путь на сафари в Самбуру и по дороге верблюды. И это не Эмираты, это Кения. Просили водителя Стива показать нам, когда будет идти отряд верблюдов, ферма кенийская такая. Ну вот они. Ух ты, сколько вообще. Вот это да. С номерами даже.